Добрый день, коллеги-инженероводы. Сегодня хочу поговорить о сорте Панч. Правильное название Паначи. И в связи с чем этот разговор, сейчас коротко объясню. Попытки вырастить такие сорта, как Паначи, в домашних условиях должны сопровождаться условиями содержания, а именно теплом и светом. То есть, если вы выращиваете, например, далматский, коричневый, турецкий, и вам достаточно температур 20-25 градусов и подоконника, то такой сорт, как Паначи, вырастить уже при таких условиях сложно. То есть вырастить, может быть, и удастся, но фиги будут явно невкусные. По поводу партенокарпии. Сорт партенокарпический, 100%. Инсинуации некоторых людей в Рунете, которым не удалось его вырастить, не имеют под собой никакой почвы. То есть люди не смогли обеспечить достойные условия для выращивания такой культуры, как инжир, и некоторых его сортов, которые требуют повышенной температуры, определенного освещения, и начинают искать причины, при которых у них не получилось положительного результата. Ну, сейчас покажу. Вот эта фигушка уже созревшая, как она выглядит, как видите, ее уже пытались атаковать воробьи. У нас в этом году дрозды не атакуют фиги, а вот воробьи каждое утро посещают черную скию. Ну вот видите, как выглядит эта фиги этого замечательного сорта. Я никогда не отрицал и всем говорю, что в моем саду оса бластофага живет. Она только улучшает вкусовое качество фиг. Некоторые сорта имеют повышенную массу. Ну, вот она, на некоторых сортах это ярко выражается, на других совершенно не отражается. Но вкус, да, капрификация отдельных сортов вкус повышает. Давайте еще посмотрим, что на этом кустике у нас есть. По поводу урожайности. Могу сказать так. Чем старше становится растение, тем выше урожайность и более раннее плодоношение. Это я говорю про открытый грунт. В закрытом грунте, то есть в домашних условиях, вы можете эти условия создавать искусственно. То есть увеличивать вегетационный период, уменьшать его. И, исходя уже из этих параметров, подбирать сорта для выращивания. Спасибо всем за внимание.